Друзья, вышел ЖК Черноморский. Вот здесь он стоит на самой, можно сказать, круче буквально Толстого мыса. Тут открывается такая вот картина. Открытое море. Конечно, смотрится здорово вообще. Посмотрите. Здесь еще деревья. Давайте пройду вот чуть-чуть подальше. Конечно, сам ЖК Черноморский. Ну, сделаю сейчас отдельный ролик по нем. Покажу, что из себя представляет. Хотя бы так более-менее. Ну, а здесь вот такое вот открытое море. Такая вот красота. Просто невероятно. Только смотрите. Вдали стоят баржи на разгрузку. Думаю, турецкие. А вот там какой-то, наверное, даже пляж есть. Может быть, спуск есть круче. Ветер, конечно, обалденный сегодня. Очень сильный. Смотрите, какая волна в открытом море. Жуткая. А, ну, да, что-то подобие пляжа, наверное, вот там есть. А здесь тропинки проложены, люди, наверное, спускаются и фоткаются непосредственно с этой кручи. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Просто обалдеть. Смотрите, какой вид замечательный из окон вот этих вот домов всех. Ну, еще много. Продам. Не заселен еще. Не заселен. Ну, тут цены, конечно, бешеные. Вообще бомба. Цены бешеные. За 10 миллионов квартиру не найдешь. Причем квартиры уже фактически все с отделкой идут. Вид обалденный, конечно. Да, ходить, может быть, купаться там далековато будет. Но вид открывается просто изумительный. Шикарный. Такой шикарный вид.